Сейчас я залью самогонкой. Где-то 43-44 градуса у меня было. В этот бочонок я уже литр залил. Сейчас еще добавлю, он трехлитровый. И оставлю примерно на месяца два точно. А через два месяца попробуем, что у нас получится. Привет, мои дорогие друзьяки. И вот настало то время, когда мы попробуем нашу самогоночку с этого чудеснейшего бочоночка, который мне достался очень легко. Так, я уже понял, как-то пытался налить. Надо снять верхнюю вот эту пробочку. Почему-то у меня не получается налить без этого. Так, друзья, открываю. И получается какая-то черная жижица. Я думаю, друзья, ее надо слить. Это какой-то остался нагар. Так, друзья, сейчас это сольем. И попробуем налить еще. Все равно получается какая-то черная. Очень странно. Ну, попробуем, друзья. Это, видимо, там что-то в бочонке было. Почему она такая черная? Ну, проведем эксперимент. Не знаю, что это такое. Может, это первый осадок? Ну, попробуем. Пахнет, как обычная самогоночка. Ну, мягче. Ну что, друзья, да, какой-то облагороженный немножко вкус есть. Она вот постояла ровно 2 месяца. И что я могу сказать? Ну, есть, да, такой дубовый, такой вкус. Кстати, вкус напоминает, ну, такого вискаря, да, не очень дорогого. С дубовым оттенком, да, такого. На вискарик похож. Ну что, друзья. В принципе. Ну я оставлю еще. Пускай настаивается. Ну вот такой вкус она приобрела за 2 месяца. Такой слегка с дубовый оттенок. Ну и похож на вискарик какой-то дешевый. Очень сильно. Ну, не знаю, пускай эксперимент продолжается. Потом сниму, если со временем, пускай постоит еще там пару месяцев. Интересно, будет ли лучше вкус или нет. Только меня смущает, что вот это черное такое. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Но пока так. Так, друзья, смотрите, я слил литруху. Смотрите, какого он черного цвета. Я почитал, потому что меня это очень удивило. И все говорят, что это типа... Все это из-за этого латунного крана. Типа какие-то проходят реакции с латунью, с железом. И он приобретает такой черный цвет. Ну, не знаю, друзья. Что пишут люди? Некоторые пишут, что пьют, и все нормально, типа. Ну, я даже не знаю, друзья. Что делать? Так что, вот так, кто знает, пишите. Это меня ввело в какие-то сомнения.